столицу доставлено тело одного погибшего пассажира. Во второй половине дня доставят тело еще одного человека. Со вчерашнего дня в колл-центр аэропорта обратилось более 50 человек. В аэропорту Нурсултана Назарбаева расположен центральный штаб, созданный сразу после аварии. В составе штаба около 40 человек. Это представители правоохранительной сферы, медицинские работники. Штаб работает круглосуточно. Сюда обращаются родственники погибших пассажиров. 31 из них вчера были доставлены в Алматы с помощью авиакомпании «Эйр Астана». Сегодня в 5 часов утра еще 18 человек доставлены в Алматы дополнительным рейсом. Авиакомпанией и руководством аэропорта к ним прикреплен дополнительный врач. Кроме того, в центре работают специалисты-психологи для помощи родственникам погибших. Сегодня в 8 часов утра рейсом 951 авиакомпании «Эйр Астана» в город Нур-Султан было доставлено тело одного пассажира. В центр продолжают звонить и обращаться родственники. Им оказывают поддержку и помощь в психологическом плане. Возникает множество вопросов о возврате билетов, куда обращаться и так далее. Мы отправляем их в колл-центр авиакомпании «Бек-Эйр». Эти вопросы в их компетенции. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Со вчерашнего дня отменено 5 маршрутов при участии авиакомпании «Бек-Эйр».